когда я уезжаю из Одессы в далекие другие города. Меняются пилоты и экспрессы, но только не меняется еда. И с грустью возвращаясь в стюардессе навеки замороженных цыплят, я говорю, что я живу в Одессе. У нас в Одессе это не едят. Я говорю, что я живу в Одессе. У нас в Одессе это не едят. Один заморский боцман Майнавира заигрывал с девчонкой до поры. И в общем после порции пломбира рассчитывал на порцию любви. Она ж не проявляла интересу к тому, что он отчаянно богат. Она сказала: это же Одесса. У нас в Одессе